Мои дорогие друзья, сегодня я хочу показать вам, что такое счастье, что такое настоящая дружба и что именно сделали вы. Друзья, этот ролик – это наша самая искренняя, самая добрая, самая потрясающая благодарность вам, всем вам, потому что тех, кого вы сейчас увидите, они же не только живы, но и прекрасно живут благодаря вашей помощи и вашей поддержке. Хорошие мои родные, от всего сердца, от всей лохматой души, я желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Улыбнитесь, ребята, потому что вот все это дело ваших рук, вашего сердца. Спасибо вам и самый низкий поклон. Спасибо, друзья. Посмотрите, как много добра вы сделали. Also, der Anni geht sehr gut. Wir haben sie zwischenzeitlich baden müssen, weil die hätte stunke wie ab. Und alles gut rumgegangen, hat sie schön abfrottieren lassen und ist vor der Hofe gelegen im Haus. Und jetzt sind wir im Hof, da können sie spielen. Rennen, wir haben einen riesen großen Hof. Also das geht bis hinten aus nochmal, also 18a ist es. Hinten aus sind das ein riesengroßer grüner Garten. Da ist unser Verbuscht, das Mädchen. Brennhaus. Thank you.
Ора. Нора, ну ты чего? Ну ты чего ты? Ну, ты же все равно лучше. Ну, ну это же просто мышь. Да, ну не ревнуй, не ревнуй, не ревнуй. Хома, Хома, Хома. Хомка. О, что такое, Нора? Что, что, что? Ну, ну, нельзя Хому трогать, нельзя. Тебя гладить надо, да? Тебя надо гладить. Не хомяков тут всяких, да? Какая ты? Ну, ну чё ты? Ну что ты? Ну что ты? Ладно, ладно. Ладно, не будем хомяка заводить. Будешь только ты у нас, да. Да. Ты хорошая будешь, да. Да. Нора сошла с ума. Ты нормальная, Нора? Я сошла с ума? Давай, давай. И морда вообще. Она морду туда. Она с ума сходит. Нора, ну что ты там роешь-то? Ты смотри, грязная. Траншею. 9 землекопов вырыли траншею. 1.5 землекопа. 1 землекот. Землекот. Землекоп. И половина землекопа. Ну а... Thank you.
Orfi, come here, boy. Come on, boy. Come on, boy. Come on. Orfi. Orfi, come here, boy. Come here, boy. Good boy. Вы посмотрели ролик. Представляете, сколько жизней вы спасли. Вы, ребята, потому что без вас приют никогда в жизни не сможет существовать. Никогда. Вы наша жизнь. Вы то добро, которое мы творим вашими руками. Спасибо вам. Огромное вам спасибо. Как бы ни было сейчас нам трудно, вот такие ролики хочется выпускать чаще. И это зависит только от вас. От вашей помощи, от вашей дружбы. Дорогие мои, я всем сердцем, всей лохматой душой желаю вам не унывать, не сдаваться и оставаться такими же добрыми и чудесными людьми, какие вы есть. Я благодарю вас за дружбу и надеюсь на вашу дружбу в дальнейшем. Вы наша жизнь, ребят. Это правда. Спасибо вам. С надеждой к вам, лохматая душа.